члены комиссии и присутствующие. Меня зовут Сагита Валерьевна, я ученица 6 класса МУСО села Старокочерганка. Название моей темы – видовой состав птиц в районе села Старокочерганка. Актуальность и выбор темы исследования определены следующими факторами. Во-первых, живя в селе, мне и моим односельчанам интересно, какие птицы обитают в селе. Во-вторых, птицы питаются насекомыми, тем самым помогают спасти урожай моих односельчан. Целью моего исследования является определение видового состава птиц на территории села Старокочерганка как одной из частей экосистемы. Задачей моего исследования является определение видового состава птиц в районе села Старокочерганка по сезону, сравнение видов по наличию в различных биотопах, ель, коньга, территория за школой, МОСУР, села Старокочерганка. Кратко о результатах. При проведении исследования я выявила определенный видовой состав птиц в районе села Старокочерганка. Методика. Для проведения исследования была выбрана маршрутная и точечная методика учетного количества птиц. Результаты. В пределах Астраханской области можно встретить около 260 видов птиц. Одних оседлых можно встречать к Новый год, других – перелетных и кочующих во время миграции. Отряд воробьев включает в себя домового и полевого воробьев, жаворонка, синиц, лазаревку и большую, и многих других. Ремес – птица размеров меньше воробья, а желтоголовый королек – самая маленькая из птиц в Астраханской области. В дельте Волги встречаются черные и белокрылые речные крачки. На территории области можно встретить также таких красивых птиц, как степной орел, степной ястреб, скопа и многие другие. По нашим наблюдениям, с каждым годом среднемесячная температура становится все выше, становится теплее. С этим связан ранний прилет птиц. Так, в 2010 году ласточки прилетели в начале марта, но были вынуждены откочевывать, потому что наступили сильные холода. Выход на территории села Старокочерганка привлекает большое количество птиц. Мы зарегистрировали всего 22 вида птиц, но продолжаем исследовать. В основном мы встречаем такие, как ворона серая, ласточка, воробей домовой, полевой, синица большая и многие другие. Но больше всего птиц было встречено в районе берега Коньга, так как там много деревьев и не обитает человек. Это нравится птицам, потому что их никто не беспокоит. Меньше всего птиц было встречено на территории МОСОР села Старокочерганка, так как редкая птица отважилась приземлиться в школьный двор. Также я выпускаю бюллетени о птицах, вывешиваю кормушки и провожу разные акции по школе. Спасибо за внимание.